Гранд Мистерия представляет. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Как вы себя чувствуете в компании Гранд Мистерия? Какие ощущения? Очень хорошо себя чувствую. И вообще, что вы здесь делаете? Ну, знаете, я работаю на стенде, под стендом, над стендом и даже около. Продолжайте вести наблюдение. Да мы с вами свяжемся. Да. Как говорится, let's go to nach house. А вот и он. Мы крадемся к нему. Сергей, что вы можете сказать, пожалуйста? Мы с вами свяжемся, но позже. Не по шарам. Да. Будем вести наблюдение. Всем доброго денька. Мы находимся на очень интересной выставке. Господи, как она называется? Рядом со мной или позади меня? И даже около. Стенд фирмы Гранд Мистерия. Потрясающий стенд. Сегодня у нас на стенде играл классный гитарист Сергей Головин. Всем рекомендуем. Медленно передвигаемся к стенду Roland. Там какие-то цветные барабаны. Посмотрим, что это такое. Классные прозрачные цветные барабаны. Сейчас у кого-нибудь спросим, что это такое. Как вам барабанчики? Хорошие. Звучат очень хорошо. Особенно вот если использовать Roland с ними. Звучат вдвойне хорошо. До свидания. О, парни сидят, играют. Прям трио гитаристов. Почти Олди Миола со товарищами. Круто, но ничего не слышно. Как вам? Прикольная инструмент. Штука. Только не слышно ни хрена. О, в смысле не слышно, надо было подзвучить. Согласен, именно с первой фразой полностью согласен. Здорово. Здравствуйте, Голованов Александр. Что-то я не понимаю. Это не то. Вот теперь вот оно правильно. Это же выставка. Здесь всегда бейджики как бы... На бейджиках написано одно, на визитках другое, а человек может быть вообще совершенно третий. Шифруется, это не просто так. Вот не зря как бы есть такой термин «третье лицо». Но у меня в данном случае второе, слава богу. Третье... СО! Говорят, тут где-то наливать будут. Я слышал. Но, возможно, это грязные слухи. Это инсинуации. Это грязнейшие инсинуации, потому что скорее у нас всего, даже нет наливочной коморки. Даже нет. Да ладно? Это первый раз позор такой. Без наливочной коморки, блин, просто никуда. Это наши ребята, блин. Нам такого магазина надо. Колеса продают. Ребята, от чего это? Тут поскольку в руки дают? На правильной гитаре играет товарищ. Обратите внимание. Причем, что характерно, на стенде Roland человек играет на гитаре Music Man. На стенде Roland человек играет на гитаре Music Man. Это правильный выбор и правильное направление. Вот сразу чувствуется, вот у человека вкус есть. Я думаю, теперь без сомнения понятно, кто на этой выставке стенд с гитарами номер один. Мы-то, так сказать, немножко другого вот маечка, плана. Маечка, кстати, хорошая. Вот, да. Мы тут разыгрывали. Дина у меня нет. Диновской майки просто нет. Знаешь, представляешь, кошмар. Как так? Ну, ладно, только это никому не надо рассказывать. Будут. Еще раз. Есть у вас диновские майки? Конечно. Безусловно. Смотри, как на пассиву зашли. А я вот специально приобрел для данных вещей вот такие штуки. Там раздают. Я понял, ты лично ко мне или вообще ко всем, собственно говоря, относишься? Конечно, безусловно. Так, ну похоже, короче говоря, мы поменялись уже. В общем, давай, развлекайся. У вас майки Дин есть? Конечно, безусловно. Водянку натер. Водянку? Да, серьезно. Наталью Водянку.
Очень интересная выставка. Никого нет. Вообще никого нет. Вот и я говорю. А я знаю, как надо возле туалета встать. Они поссать-то каждый пойдет. А вот и он! Наконец-то! Не прошло и 3 лет, как мы опять встретили господина Лаврентьева. Не забыл. Но наконец-то! Вот это соответствует действительности. Соответствует. В отличие от некоторых сотрудников разных компаний. Какая неожиданная встреча! Здравствуйте, Сергей! Здрасте! Вы будете еще играть сегодня? Да, еще буду. А где вы будете играть? На стенде Grand Mystery. Это вон там. Я буду на Мюзикменах играть. Знаете, такие гитары? Мюзикмена? А, да, мы там только что видели, проходили. На стенде Роланд играл товарищ на Мюзикмене. Я представляю, если он кому-то в бубен даст. О, и наконец-то мы подходим к главному объекту. Потрясающая девушка. Очень хорошо сочетается на фоне черных рояльных тонов. А сыграйте что-нибудь? Не-не, это ничего спрашивать, это просто для... Ну... Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну, что вы можете рассказать про данные инструменты? Идите, Ну и хочется также добавить, что все рояли фирмы Kawai обладают карбоновой механикой, что делает их устойчивой к погодным температурным климатическим изменениям, которыми характерна наша, так сказать, полоса. Ну, то есть зимой захотел на улице поиграть, вытащил рояль там... Ну, не совсем так. То есть если вдруг неожиданно включили отопление, а на следующий день выключили, то проблем с механикой не будет. То самое потрясающее, преимущественно белокурые девушки играют на черных роялях Kawai, что очень характерно. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Тимур Куталашвили. Я из Тбилиси, из Грузии. То есть великолепный гитарист, великолепный музыкант. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к гитарам Мюзикмен? Ой, отлично, отлично. Я очень, очень горжусь, что я в свое время был лицом компании Эрнибол. Так что и гитара Мюзикмен это... Я играл на этой гитаре. Я получал огромное удовольствие, потому что это очень профессиональный и очень высокого уровня инструмент. Мне очень нравится. Тимур, а на каких струнах вы играете? Я в данный момент играю на Эрнибол и Джон Пирс. Можно работать зайчиком. Напоминаем, мировой рекорд 1208 ударов, его поставил Том Гроссен, канадец. Это было в 2017 году. Я думаю, российские барабанщики, особенно басисты, могут тоже поставить рекорд. А вот, например, в данном случае Игнат. Да, а стучать надо чаще. Пойдем-ка мы к Сандеру зайдем. Здравствуйте, девушки. Спасибо. А где дядя Игорь? И опять же, гитара фирмы, опять же, вот мы наблюдаем, вот, опять же, это о чем говорит, что, так сказать, фирма, она номер один на этой выставке. Я уже, сколько, 2007-го пользуюсь этой гитарой. Еще, дубль два. Сколько вы пользуетесь такой гитарой? С 2007 года и полностью доволен инструментом, то есть он подходит под все музыкальные мои нужды. То есть а мне приходится играть и метал, и поп, и фанк, и что только не приходится. То есть у меня такая полная комплектация, тут даже пьезодатчик есть, поэтому можно воплотить все музыкальные идеи. Вот послушайте, у вас на руке 5 пальцев, а струн 7. Я сначала думал, да, будет сложно, но, видимо, из-за того, что такая крутая гитара, мне оказалось очень легко к ней привыкнуть. То есть очень удобный гриф, и даже те, кто у меня берут эту гитару попробовать на ней поиграть, удивляются, как так с 7-й струной так легко до нее дотягиваться. Потому что, ну, изначально люди думают, что широкий гриф
и будет не совсем удобно обхватывать. Но эргономический инструмент отличный. Ну, добавить-то нечего, просто тут, по-моему, все ясно. По-моему, двух мнений быть не может. Number one — это... Вот. И вот, да. Ну, сами понимаете, в продюсерском центре Сандлера криво не насадят, как говорится, так сказать, и дурного не пожелают. Конечно, конечно, безусловно. Приглашаем всех желающих на гитарные курсы в самое сердце Москвы, на Чистые пруды, где собирается куча рокеров, где все играют на гитарах. Мы всех научим играть, петь и плясать. Приходите обязательно, будет очень круто, интересно и увлекательно. Конечно, конечно, безусловно. Так, вот надо теперь спросить у девчонок, какие гитары они любят? Я не знаю. Music Man. Да. Чувствуется праздник, вот, вот культура, да, у людей, чувствуется их вкус, вот сразу, да, вот в лице, вот сразу во взгляде этот вкус чувствуется, ну... Здравствуйте, о, товарищ! Привет, здорово! Вы какими судьбами? Ну так, забрел. А тихо. В шортах не холодно? Не, нормально. Я зиму, да. А в косухе не жарко? Не жарко. А, Сергей, что? Познакомь с товарищем. Это Олег Изотов, ну, гитарист, общем... пионер, скажем так, первопроходец инструментального гитарного движения. Всем привет, да. То есть этого чувака я слушал еще, когда в училище учился. По сути, он меня вдохновил на сочинение инструментальных композиций. Да, я очень рад. Серега очень крутой музыкант. Нет. Миша, что-то меня плющит, колбасит и штырит. В общем, выставка полная. Да. Замечательная. Замечательная просто. Габариты неимоверные. Конца и края не видать. Вот конца точно не видать. На этой выставке можно найти клавио Nordstage? Клавио Nordstage. Не видали, честно. Не, мы не видали его. Даже так бывает. Вот пример приблизительно как-то, как-то так. Так, да, да. Какая клава? Ах он снимает!